съемки по треку. Я как бы не изменяю своим традициям. Абсолютно не изменяю. Тапки. Золотая сланца. Костяну привет за номинацию. Антилаг есть? Рывок имеет, да? Рывок имеет. Конечно, уже имеет. Вот это прикольно. Короче, вот, собственно, вон там зона постановки. Чик. И еще вот такая огромная внешняя зона с финишем где-то вон там. И вот это вот все реально с первого по пятый этаж как минимум. Летишь прямолинейно, пролетаешь по 5 раз. И тебе нужно взять вот этот тач и просто за угол заехать. То есть на плоскости, если трасса была без вот этого уклона туда и сюда, ну, туда долететь вообще нереально было бы. То есть это нужно было меньше разгоняться, как-то ставиться и по дуге туда заезжать. Здесь ты летишь прямо вообще вот так вот, берешь этот клип и нужно запихаться. И такой вектор движения задается рельефом. Очень непривычно, ну и очень необычно. Тут идти сложно, просто в горку. Блин. Камера не передает, но реально сложно. Это мы еще, братан, в начале спуска, там круто. Казань, Рим, каньон, конечно. А та часть трассы, это вообще, это просто минимум на 5 этажей ниже. А Споттерская, вон там мы сегодня чилили. Вот этот вот спуск. Че, мы тут, короче, опять на фрутилобусе на крыше. Вот она, зона постановки. И вы просто посмотрите количество зрителей на земле. Просто муравейник. Опа! Не пошла. Короче, мы нашли пристанище. Карат, Вася. Сейчас пощупаем, что там, кого. Да, благодарю. Мы сами любезны. О, симпатично. Вечер планируется быть веселым, поэтому нам нужно точно не потеряться. Это сюда надо вернуться будет. Но я думаю, будет интересно. Да, визиточки, чтобы нас привезли хотя бы обратно. Погнали? Яндекс.Такси, да. Да, мы Яндекс. По визитке нас привезут. Нормально начало. Третий этаж, спасибо. Спасибо. Ну что, сейчас ворвемся куда? А лифта нету, да? Лифт у нас, к сожалению, нет. Третий этаж. Спасибо. Сейчас смотрите. И на мармулях, короче, выдвинемся на центра. Суету наводить будем. Третий этаж. Это куда? А, Казань вообще нереально. Очень круто. Только пешеходных улиц, заведений чисто, красиво. Вообще так позитивно. Очень нравится. Все, мы за весь уикенд наконец-то с Тапком нашли место. А? Где будет по кайфу, правда? Смотрите, кумар какой. Еда. Welcome dream делай. Народ просто вообще орет. Танцуют, поют. Кайфы. Вообще красотища. Чувак вживую исполняет.
лютая улица вообще.